Гайз, всем привет. Еду на тренировку к Амкалу. Сегодня опять обещает быть очень хорошая тренировка. Так, хотел сказать по поводу трансферов, этих слухов и так далее. Не знаю, что там. Со мной никто не связывался, ни Дроца, никто. Вот, может быть, я там в шорт-листе у Дроцов, там на будущий сезон и так далее. Но у меня еще полная концентрация на Амкале. У нас сейчас выезд, у нас подготовка к МКС и... Я уже сейчас чувствую себя в неплохой форме, физической, и вообще чувствую ноги хорошо. Поэтому я не знаю, откуда вы там берете эти все слухи, там, может, Эрик вкинул, но на самом деле это все не так. У меня есть контракт с Амкалом, и никуда я не собираюсь пока уходить. Посмотрим, что будет на МКС, посмотрим, как я выступлю, может быть, Амкал от меня откажется. Но никаких разговоров.